Танцевать в любом месте и в любое время. Двигаться так, будто музыка звучит внутри тебя самого. Это важнейшие по оценке профессиональных хореографов навыки, как и привычка наблюдать, замечать лучшее и учиться у своих конкурентов. Все выступают очень технично, у всех очень красивые движения, и все очень пластично и эмоционально. Ну, я тоже могу сказать, что номера подготовлены, есть с кем соперничать. В этом году Добрынинский ансамбль «Art Dance» привез на конкурс «Современный танец». И не только они. Приверженцы фольклорной и современной хореографии были представлены на конкурсе «Мир танца» примерно поровну. Члены жюри в этой роли выступили именитые хореографы из разных городов России, отмечают современный танец явление многогранное. Это определенные техники, которые тоже в развитии постоянно, да, то есть это очень, на самом деле, очень сложно заниматься современной хореографией. Это симбиоз всего. Это обязательно хочется, чтобы это была и балетмейстерская работа, чтобы номер о чем-то говорил. Особую ответственность чувствуют и те, кто отдал свои предпочтения фольклору. Это очень интересно, прям вот выходишь на сцену и живешь этим, потому что это, ты чувствуешь, что это твой народ, твоя культура. На танцевальных конкурсах всегда очень много представительниц прекрасного пола, от мала до велика. Нынешний «Мир танца» доказал, наши юноши тоже прекрасно чувствуют себя на сцене, даже в сольных номерах. Хореографией нужно заниматься вообще всем всегда, потому что это здоровье прежде всего, а потом это культура. Жюри выбирало победителей в 6 возрастных номинациях и более чем 10 танцевальных жанрах. Большее число наград получили танцевальные коллективы из Брянска, города Сельцо и Унеческого района. Светлана Кондратьева, Сергей Севастьянов, Вести, Брянск.